Михаил Горбачев намерен поддержать президента Путина и политику России в отношении Украины, когда он выступит в Берлине в ходе празднования 25-й годовщины падения Берлинской стены на предстоящих выходных. Об этом последний советский генсек заявил накануне своего визита в Германию. Инициатор перестройки и гласности Михаил Горбачев стал знаковой фигурой для Запада. ФРГ его помнит прежде всего в связи с падением стены и последующим объединением Германии. В ходе празднования четвертьвекового юбилея 83-летний Горбачев встретится с канцлером Ангелой Меркель и выступит с речью на фоне берлинской достопримечательности КПП «Чекпоинт Чарли». Говоря о политике российского президента, Горбачев отметил, что для Запада сейчас не время критиковать действия Путина и идти на конфронтацию с Россией.